четверг состоялась прямая линия президента России Владимира Путина, объединенная с большой пресс-конференцией по итогам года. Мероприятие продлилось 4 часа 4 минуты. За это время глава государства ответил на 67 вопросов граждан России и представителей отечественных и зарубежных СМИ. Большой блок озвученных тем на прямой линии с президентом Российской Федерации напрямую касался жителей Приморского края. Об этом заявил губернатор Олег Кожемяка по итогам мероприятия. По словам главы региона, такие направления, как продление семейной ипотеки, имеют большое значение для приморцев, так как много семей пользуются именно такой возможностью, чтобы приобрести жилье. Это и продление плоских тарифов, о котором заявил Владимир Путин. Это, конечно, продление семейной ипотеки имеет большое значение для нас. Мы знаем, что очень много семей пользуются именно этой возможностью приобрести жилье. Это, конечно, продление так называемых плоских тарифов, когда жители Приморского края, а также туристы могут прилететь в наш край отдохнуть, могут побывать в столице нашей страны. И это тоже одно из важнейших решений, которое касается практически всех жителей края. Конечно, мы не можем не упомянуть то решение, которое было принято в отношении бойцов ЧВК «Вагнер». Их сейчас приравняют ко всем правам, как всех остальных добровольцев. Очень много было обращений по этому поводу, их приравняют правам ко всем военнослужащим. Ну и, конечно, развитие отношений с Китаем. Мы видим, как растет товарооборот между нашими государствами. В этом году он вырос на 30%. Приморье вносит немалый вклад в его развитие. В этом году у нас он также вырастет порядка 25%, достигнет 10 миллиардов долларов, что хороший вклад в общую программу 200-миллиардного оборота с Китаем. Мы видим, что это идет развитие по туристическому направлению, по развитию спорта, по развитию торговли. Будем продолжать эту работу не только с Китаем. Находимся сейчас в КНДР, но и с дружественным нам народом Корейской Народно-Демократической Республики. По словам председателя правительства Веры Щербина, такое мероприятие, как прямая линия с президентом, вызывает живой интерес со стороны журналистов, госструктур, некоммерческих организаций, а самое главное – у населения России. Мы видим, какой живой интерес вызывает такая прямая линия с президентом. И это не только интерес определенных структур, журналистов, а в первую очередь интерес населения. И мы видели это по количеству вопросов, которые туда поступили. Они постоянно шли фоном, эти вопросы, кроме тех, которые конкретно задавались. Я хочу сказать, что это очень важно, когда вот есть такой диалог с населением, когда люди понимают и поднимают вопросы и получают на них ответ. И сегодня мы слышали обо всем, и как санкционное давление влияет на Россию, как на экономику Российской Федерации и регионов влияет. Президент сказал, что валовый внутренний продукт растет даже большими темпами, нежели чем предыдущие годы. Он говорил о том, что снижается безработица, о том, что растет заработная плата гораздо выше, чем темпы инфляции. Ну и, конечно же, было много вопросов по СВО, это и вопросы помощи ребятам, которые служат, которые находятся на передовой, это вопросы реабилитации, это вопросы обеспечения жильем и бытовые вопросы. И понятно, что президент говорил о том, что делается на федеральном уровне, и о том, что регионы, конечно же, должны все силы свои применять для того, чтобы решать эти возникающие вопросы.